Каждую весну мы отмечаем праздник День Победы, и с каждым годом мы все дальше от страшных лет. Но несмотря на давние события, потомки ветеранов войны и все россияне продолжают вспоминать героизм людей, которые отдавали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру. Война – это горе и слезы. 75 лет прошло с той поры, как отгорели последние выстрелы отечественной войны. Но несмотря на... Но мы помним, какой ценой досталось нашим дедам и прадедам эта Великая Отечественная война. Сегодня наш отряд «Факел», 3-й А-класс города Красный Кут, познакомит нас с вашим земляком Мустафиным Михаилом Андреевичем. Михаил Андреевич Мустафин, гвардии старший лейтенант, командир звена 165-го гвардейского штурмового авиационного краснознаменного полка, родился в 1916 году. Окончил окончил 8 классов средней школы Фабрично-заводском, обучение и аэроклуб. Работал слесарем на Вольском заводе. В 1937 году добровольно поступил в английское училище. Закончил его накануне войны. В декабре 1942 года участвовал в войне с фашистами. Принимал участие в боях под Воронежем, в Курской битве, освобождение Украины, Молдавии, Румынии. Мустафин принимал участие в Курской битве. В одном из боев уничтожил 2 автомашины и зенитное орудие. В последующие дни Курской битвы были особенно трудными. Летчикам ежедневно вылетали по 3-4 боевых вылета. Мустафин в этих боях получил хорошую закалку. Летчик попадал в трудные обстоятельства, но воля, настойчивость и отличная техника пилотирования помогали одерживать победы. В одном из воздушных боев мотор машины Михаила Андреевича был поврежден осколком снаряда и работал с перебоями. Советский летчик повел самолет и точный ударник уничтожил 1 танк и 4 автомашины. Самолет Мустафина был атакован 2 миссиями, однако летчик отразил все атаки вражеских истребителей и благополучно привел поврежденную машину на свой аэродром. Особенно памятным для Мустафина был боевой вылет 22 июля 1944 года. Во время полета разыгралась сильная гроза. Несмотря на опасность и плохую видимость, летчики продолжали свой полет. Мустафин проявил железную стойкость. Он повел самолеты на бреющем полете под линией огня. Задание командования было выполнено отлично. В результате точных ударов группа Мустафина уничтожила 15 автомашин и более 150 гитлеровских солдат и офицеров. Подавила огонь 2 зенитных точек противника. Все наши самолеты вернулись на свой аэродром. Каждому из них, в том числе и машине Мустафина, было по 50-60 пулевых пробоин. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Михаилу Андреевичу Мустафину присвоено 26 октября 1944 года за 98 штурмовых ударов по врагу и проявленные при этом доблесть и мужество. Когда на бой смертельный шли бы,
отчизны верные сыны, о жизни мирной и счастливой мечталось вам среди войны. Под фашизмом мир спасли, вы заслонили нас сердцами, поклон вам низкий до земли, долгу мы вечно перед вами. Вы героически прошли с боями все 4 года, и победить врага смогли, и заслужить любовь народа. Спасибо вам, отцы и деды, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок к Дню Победы, за праздник, братья, всей страны.